Так, ну вот проезжаем мост 50 лет октября. Тут как раз он ремонтируется. Вид получается немножко не тот, какой бы я хотел. Да еще и дождь идет. Ну вот река Великая. Люди идут с зонтиками. Слева там что-то непонятное. Впереди тоже непонятное. И не буду я больше снимать. Ну что это? Ну разве это Псков? Я думал, я Псковский Кремль сниму. А тут у нас ничего не заснять. Ну, вот. По крайней мере, это центр города. Ну вот сейчас с моста отъеду. Дворники. Дворники такие, да, у нас тут вообще работают. Так. Ну вот сейчас мы повернем немножко, и я, наверное, прекращу снимать. В туалет пойдем. Ну такие интимные подробности можно не освещать, когда я снимаю на видео. Ну уж ладно. Так, дождь пошел не на шутку. Ну ладно, на этом все.